Шалом. Недельная глава «Ваякель пикудей». Мы тоже читаем «Аходеш». Это четвертая, четыре главы, которые мы читаем перед Песах, по четвертому Песах. Этот шаббат тоже мы благословляем новый месяц Нисан, Рош Ходеш будет воскресенье. И еще шаббат Хазак, мы завершаем вторая книга Тора, книга Шмот. В нашей недельной главе рассказывается, как еврейский народ дает пожертвование для строения храма. Но повторяется все время слово «сердце», «кол недив лев», «Иш виша ашер недавам либам». Десятки раз повторяется, что пожертвования, которые они дают от их сердца. Самое главное строительство храма – это сердце. Написано дальше в главе, «Вамелаха эта даям веотер», что материал для работы в храм было достаточно, еще осталось. Все спрашивают, было достаточно или было лично? Рамей Шапира из Дублин тоже задает этот вопрос. Когда еврейский народ не перестал принести материал золото, серебро для строительства храма, написано, что Моше сказал, остановитесь, пусть больше не привезут материал для строения храма. Что этот все материал, который хотели привезти? У людей были очень много желаний, страсти принести, пожертвовать, и им остановили. В трактат Шаббат 33 написано, что если человек хотел делать мицва, и он был вынужден и не делал, тогда Тора читает ему как мицва, как бы он делал мицва. Говорит Рамей Шапира, что достаточно был материал, то, что остался, это все желания и страсти, которые Всевышний читает это как мицва. В трактат Звахим и в Шавот написано, что воздух храм, он тоже святой. Сам храм, все посуды, мы знаем, что из-за того, что им купили для храм, и из-за того, что им помазали шемена мишха, специальное масло, так они стали святые. Но воздух храм, как он стал святой? Продолжает Рамей Шапира, он приносит пасук из песни песни, из Шира Ширим. Апирион, Апирион это царство Карета, но имеется в виду Бейт Амикдаш. Асало Амелех Шломо, делал цар Соломон, мяцеа Леванон, он это делал от деревья Ливана. Амудав, столби он делал серебряный, рефидато, дно он делал золотой, меркаво и так далее. Написано, какие материалы он делал. Но пасук завершается тохо, внутри храм, от чего он стал святой, от чего он состоил. Рацуф ахава мибнот Иерушалаим. Он был наполнен любовь от дочери Иерусалима, имеется в виду еврейский народ. Всевышний нам показывает, не самое главное в храме, это не материал. Это внутри, то, что держит внутри храм, это ваше сердце. В конце глава вторая, которую мы читаем, Пикудей, написано, «Ваяр Моше», Моше видел все работы, которые делали, как построили, все материалы для храма, кашер цива Ашем, как Всевышний приказал, «Ваяварех отам Моше». Моше благословил еврейский народ. Раши приводит, какое благословение. И рацион, что тише шхина бемаседехем. Дай Бог, что будет шхина, будет божественный дух в дел ваших рук. А почему Моше должен благословить? Написано же в главе, תרומה כך מתשתלי, Всевышний говорит, делит для меня мигдаш, храм, ושכנתי בתוכם, и я буду посреди вас. Значит, это не так понятно, что когда строит мешкан, Всевышний там появляется, потому что мешкан, самое главное в мешкан, это наше сердце. Когда наше сердце не находится в мешкан, это не значит, что мы построили мешкан. И как мы видим, во время разрушения храм, как написано в Талмуд, в Юма и в Санедрин, что когда Невузрадан разрушил храм и гордился, вышел небесный голос и сказал, ты промолол мука, которая была уже помолота, ты зажег сгоревший дом. Когда уже не было сердца, только тогда у него была возможность зажечь материал. Самый главный храм, как говорит Раби Элазар Аскари в песне, тот, который написал «Идид нефеш», «Билвави мишкан эвне» – «В наше сердце мы должны строить храм для Всевышнего». Дай Бог, что скоро будет тот
пророчества, которые мы читали в авторе на прошлой неделе, в Асироте Левевен, что Всевышний убрал от нас каменное сердце, в Натати Лахем Лев Басар, и Всевышний даст нам мясное сердце, и что действительно мы заслужили, что будет Шхина, Святой Дух Всевышний, дел наших рук. Шаббат шалом.